Когда из крана не течет, а из канализации льет, на помощь «Сантехэконом» придет. Круглосуточная прочистка, отогрев и промывка скважин, труб и канализации. Обслуживаем всех, от частных лиц до крупных компаний. За доступные деньги избавим от проблем. «Сантехэконом» и ночью, и днем. Власти Забайкальского края не справляются с выполнением программы по предоставлению жилья детям-сиротам. Это следует из выводов проверки, проведенной Краевой контрольно-счетной палатой. Согласно полученным данным, очередь на жилье для этой категории не снизилась в период с 2021 по 2023 годы. Учитывая темпы исполнения программы, на нее потребуется 3 года и 30,5 миллиардов рублей. Основными причинами в такой ситуации названы неэффективное расходование бюджетных средств, экстремально низкие темпы обеспечения жильем, недостаточное финансирование из краевого бюджета. Также проверкой установлено, что в очереди на жилье есть 91 человек, у которых ожидание с момента постановки на учет составляет от 20 до 31 года. Органами исполнительной власти, ответственными за реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, допускается формальный подход к оформлению документов и контролю над расходованием бюджетных средств, а также сохранностью госимущества, говорится в официальном сообщении КСП. Напомним, в начале апреля губернатор Забайкалья Осипов докладывал президенту России Владимиру Путину о блестящем положении дел в регионе и заявил о готовности работать на посту главы края еще один срок. Также он заявил намерение снижать безработицу и бедность в Забайкальском крае.